Всем привет! Меня зовут Елена Мурадова. Мы в художественной студии «Палитра». Сейчас мы с вами весело порисуем. Бегите за листочками и карандашами. Сегодня тема нашего урока «Дом». Можно помечтать, можно нарисовать свой дом таким, какой он у вас есть, интересным и веселым. Предлагаю нарисовать небольшую полянку, на которой мы нарисуем наш дом. Ну и дом будет фантазийным, двухэтажным, веселым. У дома должен быть фундамент. Рисуем. Потом будет первый этаж. Большое перекрытие. И еще рисуем один этаж. Стараемся, чтобы этажи по ширине и высоте были примерно одинаковыми. Но если линия пошла немножечко не туда, то это совершенно не беда. Нарисуем еще небольшой фронтон. И рисуем крышу. Крыша у меня будет двухскатная, немножечко отступая от верхней части листика. И рисую крышу. Дадим этим полосочкам толщинку. В центре будет слуховое окошечко. Рисуем кружок. Можно его ввести вот так цветочком. Первый этаж будет большое окошечко с небольшими отступами со всех сторон. Нарисую большой прямоугольничек. Это окно. Влево и вправо открываются ставинки. Небольшие наличнички сверху и снизу. Можно какими-нибудь витулечками, красотулечками сделать. Можно нарисовать раму окна. Делаем по серединочке или немножечко сбоку. Дорисовываем раму. Можно добавить форточку. А можно нарисовать, как будто там шторочки собранные. И на окне стоят цветочки. Например, кактусики. Длинненький. Маленький. Можно добавить небольшие поддоны нашим горшочкам. Наверху нарисую два окошечка. Два прямоугольничка. Рисую внутри рамы оконные. Буковкой Т. Можно добавить форточку. По желанию, опять же, рисуем занавесочки. И закрасим впоследствии одним цветом. Горошек, например. Первый этаж можно сделать как будто бы из кирпичиков. Разлиновываем на полосочки. И делаем кирпичную кладку. Не путайтесь, где у вас наличник, а где кирпичики. Можно добавить тут небольшие узоры, несложные. Проявить фантазию. Верхний этаж можно сделать дощечками или бревнышками. Можно нарисовать небольшие кругляшки спилов бревнышек по левому и краю правому. И разлиновываем. Не бойтесь, что что-то будет криво. Более важно, чтобы ваша линия была смелой и уверенной. Добавим, конечно же, трубу. Я люблю печку, пирожки. А вы? И дымок. Я хочу добавить здесь вход крылечка. Делаю ступеньки, рисую перильца. Над крылечком хочу сделать небольшую крышу. Можно добавить петушка. Красивый домик.
Чтобы крыша более уверенно здесь смотрелась, добавляем такие балясинки. Кажется, они так называются. Около дома можно посадить цветочки. Нарисуйте их такими, какими вы их хотите тут видеть. Ромашками, тюльпанчиками, розочками, листочки. Фактуру травки обозначу. Около дома можно посадить несколько деревьев. Толщину ствола. Крона выглядывает. И яблочки, например. Можно добавить по желанию солнышко облака. Я люблю вот такие тоненькие облака горечком. При желании можно добавить каких-нибудь еще персонажей. Например, в окно выглядывает котенок. Или ребенок. Нарисую мартушку с бантиком. Вот такой сюжет. Жду ваши домики веселые. Раскрашивайте их по собственному желанию и присылайте ваши фото в комментарии к этому видео. Всем пока-пока, до новых встреч!